Я попал в институт имени Ситенко, меня там вытаскивали, как бы, и делали, давали, делали все возможное, чтобы я классно не склеил вместе. И сразу, как бы, ну, врач-юдовец, он сразу заметил, что, как бы, левый глаз, ну, не так реагирует, как правый. А я на то время еще, как бы, ну, не совсем так пришел в себя, как бы. И он вызвал офтальмолога с Гиршмана, с клиники. Анна Васильевна пришла, и ассистент. Они меня смотрели и констатировали, что у меня послетравмовая катаракта. Мне разрешили сделать операцию. Я приехал в Гиршмана, и тут, ну, вообще никаких проблем. Я думал, что это намного страшнее и сложнее. Как бы. Я очень сильно боялся, как бы я просто, ну, не мог себе представить, как это так в глаз там что-то залезет, как бы это для меня было. И это же я думал, у меня представление было такое, что я, как бы, буду лежать, да, и когда это все будет залазить мне в глаз, я это все буду видеть. Ну, как бы, на самом деле это все не так. Можно рассмотреть какие-то там маленькие силуэты, очертания, как бы, но это все размыто и так, ну, как бы, ну, то есть это не больно и даже быстро, как бы, я даже не успел очухаться, что хоп, и все. На войне самое страшное — это первый бой. После первого боя, как бы, ну, уже не страшно, как бы. Ну, это что-то, чувства меняются все, как бы, на какое-то, как злость, потому что, ну, как бы, ну, во-первых, гибнут твои товарищи, из-за этого появляется, ну, невероятная, как бы, злость, как бы, и сильная охота, как бы, отомстить за это. И, в принципе, как бы, на войне что? На войне ты смотришь, как тебе выжить и туда-сюда. А вот врачи, да, тут-то уже, если ты пришел, то ты никуда не денешься. Ты все, по-любому мы к тебе поковыряемся. Ну, как бы, а там можно было, там, если, как бы, ты видишь, что ты не преодолеешь эти силы, да, ты просто отошел там и где-то сбоку зашел, как бы. Ну, такое, как бы, просто как тактика, можно так сказать. А тут ты уже сбоку не зайдешь, и ты, как бы, никак не спетляешь, тут по-любому, все, попал. Если взять, как бы, 10-бальную систему, да, то я бы оценил в 9 баллов. Вот, слаженность докторов. Минус 1 балл, потому что мы иногда у них, как бы, как вам сказать, вот у них есть, да, один пациент, которого они ведут вместе, да? Ну, кроме этого же, одного пациента, у них же куча еще своих пациентов, как бы, на которого, как бы, ну, вот, например, я там врач, там, хирург, да, на мне там еще десяток, как бы, пациентов, которые, как бы, я должен за ними усмотреть. То есть, а по большому счету, взаимодействие докторов и взаимодействие, как бы, клиник между собой харьковский показало, как бы, себя в отличном качестве. Потому что, ну, как бы, это экспериментально, так как я за этим всем наблюдаю, да, и я так понял, что это они только экспериментируют, то есть хотят вывести медицинское лечение на новый уровень. И, как бы, ну, эксперимент удался. Волонтерские, коммерческие организации мне сильно, как бы, помогали, когда я еще, как бы, не встал на ноги и не мог самостоятельно, как бы, двигаться. Мне очень хорошо помогли, за это всем спасибо, как бы. Ну, сейчас я стал, ну, на ноги, как бы, и, ну, в принципе, государство, что, да, государство помогает. У меня сейчас оформление жилплощади, то есть я приобретаю себе жилплощадь, и также оформление земельного участка. Ну, правда, обещанных двух рабов нету.